Здравствуйте, наши дорогие зрители и слушатели. Социальные, экономические, политические проблемы капиталистической России, в том числе и такого ее субъекта федерации, как 78-й, наш город на Неве, идут рука об руку. И, естественно, обсуждать их надо в комплексе. Именно этому и был посвящен состоявшийся 7 июня 5-й Санкт-Петербургский городской социальный форум. Те активисты социальных движений, градозащитники, экологи, обманутые дольщики, которые туда пришли, работали и на пленарном заседании, и в двух секциях жилищной и градозащитной, обсуждая их проблемы эти, о которых я говорил, по самому широкому спектру. От ситуации, связанной с введением реестра обманутых дольщиков, которые как не бьешься, попробуй попади, собери бумаги, до ситуации, связанной с управлением жилыми многоквартирными домами, региональных норм градостроительного проектирования, уплотнительной застройки, сохранением зеленых насаждений исторического центра и до такой, казалось бы, далекой проблемы политического толка, как борьба с фальсификациями на прошедших в сентябре прошлого года муниципальных выборах. Но на самом деле, как показала дискуссия, как показали одобренные участниками мероприятия рекомендации, все это проблемы взаимосвязаны. И проблема политической власти, политического участия граждан, борьбы за свои политические права, увязывается с борьбой за социально-экономические права, за жилищные права, за право на благоприятную среду обитания очень и очень тесно. И в этом плане прошедшее мероприятие социальных активистов, безусловно, было не только социальным, но и политическим событием. И я надеюсь, что те меры, которые там будут намечены, были намечены, прошу прощения за невольную оговорку, будут реализованы и позволят продвинуть вперед дело защиты конституционных прав граждан, взаимодействия представителей социального движения и левых политических сил, того самого взаимодействия, без которого ни левым легко не будет, ни социальные активисты с поставленных задач не смогут решить в полном объеме. А то, что социальные проблемы обостряются, мы видим не только на примере жилищной либо градозащитной политики Санкт-Петербурга, но и на положении в таком важном для каждого из нас, не побоюсь этого слова, жителей России секторе, как обеспечение лекарственными препаратами, лекарствами. Мы уже говорили о совещании, которое проводила вице-премьер Ольга Голодец в одном из прошлых выпусков, о росте цен на лекарства, 20-30% в среднем, а кое-где и больше. И эта тенденция за прошедшее время лишь ухудшилась. Никаких позитивных итогов совещания у вице-премьера, обсуждения вопросов правительства граждане нашей страны на себе пока не ощутили. Вроде бы как внешне все выглядит и здраво. Скажем, у нас существует официально ведущийся Росздравнадзором в соответствии с требованиями законодательства перечень жизненно важных и важнейших необходимых лекарственных препаратов. Вроде бы как рост цен на эти препараты, по данным того же Росздравнадзора, составил всего 0,4%. Ну, казалось бы, не страшная цифра. Но, как всегда, официальная статистика буржуазной власти немножко лукавит. Лукавит она ведь в каком отношении? В этом перечне те лекарства, которые производятся, еще раз повторю, важнейшие лекарственные препараты, жизненно необходимые, имеют в своем составе импортные составляющие. Мы знаем, насколько обвалился курс рубля по отношению к доллару и евро. Насколько, соответственно, выросла себестоимость изготовления этих лекарств. И компании, частные коммерческие компании, поскольку государственный сектор в такой жизненно важной для обеспечения национальной безопасности страны сфере, как фармакология, фактически разрушен, так вот эти частные коммерческие компании просто-напросто отказываются от производства этих препаратов. Мы видим, что количество этих жизненно важных и необходимых лекарств, которые стоили 10, 20, 30, 50 рублей, в аптеках сокращается день ото дня. Они исчезают. Почему? Только за первый квартал этого года производство в этом секторе сократилось на 25%. Компаниям это невыгодно.
Государство ради сохранения благостной статистики не дает им дополнительных субсидий. Курс рубля, который рухнул, не корректируется. И в результате граждане России остаются без дешевых лекарств, вынуждены приобретать их аналоги. И то, что стоило 50 рублей, стоит 200. А то, что стоило 70 рублей, может стоить и 400, и 500. И об этом официальная власть умалчивает. Не говорит, не педалирует, не акцентирует внимание. Хотя, собственно говоря, тема сокращения населения России, смертности от болезней, должна бы быть главнейшей для нормальной, вменяемой, ответственной государственной власти. Но не для нынешней российской буржуазной. Оно не может даже обеспечить нормальное финансирование производства лекарств. Вот возьмем единороссовское либерально-рыночное правительство Медведева. Сам Дмитрий Анатольевич еще в бытность президентом пробивал идеи о создании федеральной контрактной системы. Пробил. Есть у нас федеральный закон 44 на то, как надо проводить тендеры и конкурсы для госзакупок. Их и проводят. На приобретение лекарств. Раз в год, раз в полгода, а чаще всего раз в квартал. Закупают поквартально. Якобы все это производится для борьбы с коррупцией. Все это идет на единой площадке, хотя страна у нас большая. Слава богу, от Калининграда до Камчатки. Еще не все раздарили и не распродали ведущим империалистическим державам. Попробуй-ка на единой площадке все это организуй да отследи. Более того, покупая лекарства поквартально, не учитываются долгосрочные факторы. Тот же фактор изменения валютного курса. И почему не сделать, как это было в советские времена, планирование сроком на 3-5 лет? Делать конкурсы по закупке жизненно важных и необходимых для поддержания жизнедеятельности препаратов на 3 года, а еще лучше на 5. У нас даже бюджетное планирование официально в буржуазной России идет на 3 года, а конкурсы по закупке идут на 1 квартал. В результате получается ровно то, что получается. Очередное медведевское головотяпство, которое противоречит нормам реальной жизни и требованиям той реальной ситуации, о которой Дмитрий Анатольевич, видимо, не знает и не ведает по сей день. Еще один важный момент связан с тем, что правительство вместо того, чтобы вкладывать деньги в развитие собственной фармакологической науки, собственной фарминдустрии, предпочитает покупать зарубежные препараты, развивать так называемые дженерики. То есть не то, что создается на основании российских научных разработок, российской рецептуры, а копирует западные аналоги. Или, допустим, там японский. Вроде бы как тут экономия. Потому что нормальный препарат довести до ума, это нужно 10-12 лет. Не 1 миллиард долларов. Просто чтобы провести нормально клинические испытания и все, что с этим связано. У нас таких денег в бюджете нет. Страна либерально-рыночными реформами разорена, экономим. Но в результате отставания российской науки, микробиологической сферы и, соответственно, фармацевтической промышленности усиливается и усиливается. И не ровен час, когда в очередном угаре украинофильского, пробандеровского, санкционного взмаха перекроют нам каналы получения лекарств из-за рубежа, как будем лечить тяжелых больных? Чем? Об этом, похоже, правительство Медведева и путинской администрации не думают вовсе. Точно так же, как и подчиненный правительству Медведева Росздравнадзор не думает о качестве поступаемых импортных лекарств, получаемых из-за рубежа. Всего 2-3% общего количества лекарственных препаратов подвергается проверкам Росздравнадзора. Ну и что это такое 2-3%? Где гарантия, что остальные 97 или 98% будут качественные? Нет такой гарантии, особенно памятуя практику поисков так называемого параллельного импорта. Когда по дешевой цене покупают лекарства, произведенные на заводах, где качество и регламентность работ российские должностные лица проконтролировать никак не могут. А потом мы удивляемся, почему вымирает Россия. Вымирает она как следствие либерально-рыночных реформ, некомпетентной, беспомощной политики буржуазной власти в целом и правительства Медведева в частности. Надо называть вещи своими именами. На пути капиталистического развития в условиях периферийного капитализма
Никаких шансов на то, что эти процессы будут преодолены, нет. Буржуазная власть не очень хочет этим заниматься. Это же не защита интересов олигархов, коммерческих банков или страховых компаний, нет. Это не борьба за то, чтобы увести от ответственности недобросовестных застройщиков. Это жизнь обычных простых граждан. Богачи могут поехать лечиться на Запад. Бедняки остаются в России и вынуждены либо отказываться от приобретения жизненно необходимых лекарств, либо приобретать некачественные. Вот приговор социальной политики правительства Медведева, социальной политики депутатов от «Единой России», которые эту политику одобряют, которые принимают соответствующие законы. И изменить это может лишь борьба граждан за свои права, борьба за поворот России на социалистический путь развития. Для чего и необходимы совместные действия социальных активистов, всех неравнодушных граждан, левых политических сил, то есть то, с чего мы начали нашу нынешнюю программу. И завершим мы ее традиционным уже, но от этого не менее актуальным призывом ко всем, кто думает о будущем нашей страны, о своем будущем, будущем своих детей и внуков, присоединяться к нашему движению за права граждан, за то, что буржуазная власть даже по их буржуазной конституции обязана нам дать, но не предоставляет, за то, чтобы добиться от буржуазной власти не просто уважения нашего человеческого достоинства, но и подготовить общественные перспективы для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, повернуть Россию в сторону социалистического развития. Для этого нужно присоединяться в том числе и к коммунистам, к левым. И я еще раз обращаюсь ко всем нашим слушателям и зрителям. Не сидите дома. Не ждите милости от путинской администрации и медведевского правительства. Боритесь за свои права, присоединяйтесь к нам, вступайте в ряды партии коммунистов.